Всем привет, с вами Кристалл и Рипс. И мы продолжаем играть в Панзер. Да, и сегодня играем на карте, как ты помнишь, она называется вообще? Не помню. Как я помню, что это надо делать. Я в загрузке, я в последнюю секунду просто загрузился, не успел посмотреть название карты. По-моему, что-то страшный остров какой-то или что-то типа того. Тут надо захватить центр. Да, но это одна из моих любимых карт, потому что здесь именно клево сделано, как будут враги на нас нападать. Они будут нас нападать, а мы можем всячески им гадить и кидать всякие ловушки в них, или там бревна скидывать. Центр. Ну да, мы же защищаем вроде или нет? Нет. Точно, здесь вот сначала нас захватить, а потом будет этот... Да, все, я понял, вспомнил. Ай, не дай бог он... Ох, отлично. Давай, нарезаем. Все, двоих убили, мы, точка должна быть наша. Стим. Блин, тут магичка забежала огненная. Да пофиг на нее. Все, сейчас мы захватываем. Я стою, я еще в щиту иду, буду просто стоять ждать. А, да, клевая карта именно, вот тем, что можно будет. Все, мы обороняемся. Да, именно со стороны обороны это шикарная просто карта. Вот потом как-нибудь, может, успею показать. Я не помню, где, кстати, бревна брать. Ты помнишь, где бревна брать? На! 16 очков. Надо строить, скорее всего, все выходы. У них клан гопники, прикинь, у гномов. Вау! Гном птица гордая. Пока. Да. Я его резанул, полетел. Физика тут прикольная. Так, блин, сейчас надо аптечку выпить. Я благо скрафтил новые аптечки, так отлично. Я уже, кстати, 6 уровень здесь. Если вы хотите тоже с нами поиграть, то возьмите, по крайней мере, 4 уровень, потому что, ну, будет большая вроде как разница, и нам играть вместе будет нельзя, если по старой системе судить. Мы не пробовали ведь вроде с тобой первого уровня взять с собой. Угу. Да. Вот, поэтому... Все равно будет не круто. Лучше все равно, да, если вы захотите с нами играть, на бот там на съемке ВРК у нас будет, а мы сейчас решили просто вместе поиграть, без заморочек, так сказать. Блин, меня с горы скинули. Поэтому... Ой, я нашел доски надо строить. Да. Ой, прикинь, гном, который, с которым я дрался, тоже случайно упал с горы. Он меня столкнул и сам упал за мной. Где там доски? Давай сейчас. Ой, слушай, нас захватывает, смотри. Блин, да ладно. Так. Да, блин, еще и портал взорвался у нас. А, все, не перехватили. Точно, здесь же такая система. Да. Я совсем забыл. Блин, я понял, что эта карта клевая была. Мы в ней довольно-таки немало играли. Помогите на центре. Я бегу. Ну, нам, видишь, с большого расстояния приходится бежать. Поэтому довольно-таки непросто все это дело. Так, сейчас я выпью банку. Да, блин, почему банку маны-то? Давай, пухай скорее. Вот, отлично. О, захватили, всё. Отхватили. Так, стой, этот живой, оказывается. Блин, сейчас бабахнет мне как в лицо своей палкой, блин. Мозги вышибалкой. Ты, кстати, с этим щитом реально так выделяешься. Вот смотри, ни одного нету, вот ни у кого ничего не покрашено. Вот ты единственный такой с ярким таким разукрашенным щитом. Просто такой... Блин! Меня выкинуло. Тебя тоже? Или ты... Тебя просто выкинуло? Нет, меня выкинуло. Меня-то вообще с концами вышибло. В другой мир. Серый мир, кстати. Ничего в нем, никаких красок нету. Кстати, здесь так... эти штуки стоят, которые... Ты видел, как здесь сделан этот... У нас ни одной нету. Видел, как здесь сделан такой этот фильтр, который... Ну, ты когда умираешь, ты серый становится, да? Ну. А это на самом деле такая сверху текстура какая-то ложится. Серенькая на все. Вот, а не фильтр это какой-то. Ну, можно прямо, вот, когда ты мертвый, попробуй посмотреть на свою текстуру в упор. И ты увидишь, что она цветная внутри. Так, стоп, это же чужой портал, что это я стою? Ой-ой, нас забрать хотят. Так, и подожди, я тут портал сломаю. Потому что если они резнутся, наверное, будет неприятно. Так, ладно, все, я побежал. Блин, меня выкинуло. Выкинуло куда? Выкинуло из игры? Нет, блин. Ты меня не пугай, я уже думаю, все, капец. Да эти придурки меня. Ай, так, винвиз. Сейчас попробую с... Ой, стоп, тут сейчас бабахнет бочка. Ну давай, бабахай уже. Ох, отлично. Блин, на точке стоит хилер, это не круто. На! Так, блин, они... Блин. Сейчас не в лицо... захватили. Ай, гном еще в спину бьет. Так, винвиз. Захватили они или нет? Захватили, конечно. Они уже тогда захватили. Нет, тогда-то мы отхватили. Я на точке. Так, портал, не дай построить портал. Я тоже, ты тоже видишь с тобой тут. У них хиллер, и он... Я убил портал. Ага, меня убили. Ой, 7 секунд нарез. А почему иногда... Меня слили. А, наверное, атакующим надо этот, долго резаться. А, нет, стоп, атакующие быстро резаются, а защищающие долго.
Потому что сейчас 7 секунд было, а до этого я резался 25. Там, по-моему, как, там идут по 15 или по 30 секунд такой круг, и как бы ты можешь за секунду... Брёвна! Воу-воу-воу-воу, я не видел их! Скример, блин! Да я это, увлекся разговорами, как бы... Вообще не обращал внимания. Через 35 секунд снова будет брёвна. О, портал стоит четкий. Все, можем захватить. Сейчас захватим. Все, ну это точно мы захватываем. Портал четкий, потому что... Уважаю четких гномов. Да, они, конечно, хлопают нормально. Хотя четкий хиллер еще круче. Так. Который умеешь ты воскрешать, там тебя и хилить, и бафать там, и все подряд. Ох, зачем она морозит? Халажу я, блин, мой Ники. Лол, гном несет ловушку делать своим. О, пулемет, пулемет, стоп, мы красные? Или синие? Мы красные? Нет, мы красные, да, потому что я синюю постройку ломаю. Я ловушку. О, бревна, во, вот это вообще шикарно. Блин, эти парни успели орки вернуться. Ух, блин, словил бревно в лицо. Воу-воу-воу-воу, банка-банка, ай, не успел. Сейчас будет захватывать опять. Кстати, оркам прикольно, видел, они так берут это снизу, запрыгивают на платформу. И да, да, знаем. А нам приходится сбоку. Я, конечно, убегать. Орк, но так не умею. Ну, у тебя этот щит, ой, нифига себе, где я резнулся. Блин, у них портал стоит под лестницей. Это ох, вообще не есть хорошо. Портал под лестницей? Да. Под какой лестницей? А, вот здесь, сейчас помогу. Сейчас хиллеры... Блин, ну и промахнулся. Ой-ой-ой! Атака бревно мне не очень нравится. Ты сломал портал или нет? Портал-то сломал, но... Они захватили точку, кстати говоря. Да, я про это же. Так, ну нас тут в прямую... А, нет, стоп, портал новый строит. Гном, портал строит, надо сломать. Ох, сломал, все. Ай, дали мне в лицо. Я только пришел, мне сразу леща дали. Да, этот... Этот матч пожирнее будет. То мы тут уже успели разогреть. Сломал портал. Ой, стоп, ничего себе. Ты видел? Нет. Гном сел в синюю пушку, она стала красной. Ой, бревна катится. Гном в синюю пушку может сесть и захватить ее. Она будет красной. Но ее можно сломать потом. Все равно. Ничего себе. Просто я только что видел. Да, только гном умеет теперь сидеть за пушками. Ну да. Ну раньше было клево. Гном построил, ты у него забрал, он такой стоит. А мы же тоже можем построить типа какую-то воскрешалки поближе с какой-нибудь стороны, помнишь? Раньше так было. Воскрешалки? Тотем, что ли, какой-то? Я не помню. Я помню. Я даже забыл, что хиллеры умеют воскрешать. Какой уж там. Нет, не воскрешалки, в смысле, такой типа чекпоинта, знаешь, чтобы резаться не самый. Не знаю, я не помню. Шопы. Блин, ну давайте, что мы сейчас проиграем. О, магичка отлично там морозит. Еще и портал есть у нас. О, супер прямо. Портал вообще четкий. Блин, лучше бы он не портал построил, а эту штуку. Да, портал тоже круто. Умрешь быстро, портал появишься. Портал тоже, конечно, ничёшный, но мне нравится у нас магичка штука, нарезала, которая дает стамину, потому что... Да, и они тоже клевые. Их тут, кстати, три штуки стоит. О, поставил. Так, куда ты бежишь? Куда бежишь? Дай-ка сюда свой пердак. Ай-яй-яй. Пердак дай, не лицом меня бей. Ай-яй-яй, загасила меня огненная. Ой, я забыл, что это. Стакаются эти. Когда, помнишь, у тебя огненные шары кидаются, то стакается эффект горения. И все сильнее и сильнее становится. Поэтому прикольно кидать в замес было раньше. Этими шариками просто даже никого ну, я вот не ронять, помню, а... Чтобы что-то стакалось. У ледяной стакается, по-моему, этот. Хотя не помню. Что-то у него стакается, я помню, что у него стакается что-то. Может, потом будет? Не знаю. Так, они снова в нападение идут, давай, помогай мне. Да, кстати, напоминаю, в группе РК можете... заходить, участвовать. Ух ты, огненный поток. Вот именно. Офигеть. Что это жестко. Это какой было. Уровень-то? Меня я просто слило. Он, по-моему, с 10-го. Тогда. Это ж вообще жесть. Ой-ой-ой, орчья морда за мной. Все, капец мне. Захватываю. Я разбился с высоты. Ай. Блин, меня вытолкнули оттуда. Да, из-за этого захват. Я прочитал, не нападайте почему-то. Табличка вырезала. Ребята, не нападайте. Ой, блин. Кстати, мы можем построить пушку ведь какую-то осадную ведь. Помнишь? Так, блин, только развернулся.
Кстати, этот песок глаза вообще бесит. Да, он еще и вижен понижает. Вижен? Да. Я помню, что им хорошо скиллы сбрасывать всякие мощные, но... Остальное не помню. Ух. Так. Тут ребята мне добра не желают. Мне так нравится, знаешь, когда инквизитором уходишь в инвиз, то враги начинают просто палить повсюду. Mm-hmm. Надеюсь попасть. И это так смешно выглядит, когда ты уже совсем в другой стороне находишься. Ух ты, тут всех заморозили! Так, хиллера, хиллера убить, хиллера убить, хиллера убить. Так, давай, давай, давай. Ох, убил хиллера. А, все, можно отходить. Так, аптечка. Так, на поле боя самое время попить всякой дряни полезной. Так, блин, опять силовая. Сколько же у вас орков здоровья-то, ё-моё. Берсерка сколько у танка? Не, у танка больше вроде же. Тут вроде нет параметра броня. Броня нет. Есть параметр здоровья. Я, в принципе, он не... Хотя, не знаю. Блин, мы проигрываем. Да, надо захватить. Тут вот магичка клёвая нас. Ай-яй-яй, как мне в лицо-то дали. Блин, у нас стоит портал у них прям под этой, но а входа в портала нет. Есть уж вход, только чтобы нам пришел. Я бегаю от толпы орков. Это не очень клёво, честно говоря. Ой, я на головах стоял только что у кучи людей. Ой, бревна сейчас кинут, осторожно. Я не знаю, где ты, но осторожно. Никогда не знаешь, когда где тебя может застать бревно. Так. Ух ты, урон 25, кого-то я убил. Лол, там бочка лежала, оказывается. Да? А я кого-то убил за счет этого. Кстати, я такой баг видел, я не знаю, я не понимаю, как это работает. Я умудрялся один раз уйти в инвиз с бочкой. Я не понял, как это получается, но когда я делаю это снова, то, по идее, бочка становится... Падает, сейчас... скорее всего, из рук. Да, выпадает она обычно из рук, но... Да ё-моё! Выпадает из рук, но один раз у меня получилось взять ее в инвизе. Я ходил с ней в инвизе и думал, что бочку, наверное, видно, а меня нет. Но потом доперло, что это работает, и я в итоге прямо им на спаун, где их куча было людишек этих, я просто закинул туда эту бомбу и взорвал. Если кто-то знает это, может быть, при какой-то последовательности работает, ну, то всего, напишите в комментариях. Скорее всего, потом успеть взять бочку. Я взял инвиз, а у меня инвиз раскрывается. С бочкой беру инвиз, а бочка выпадывает. Один раз как-то получилось именно так. Может, в комментариях кто-то знает и напишет об этом. Мне будет интересно почитать то, что ходить с невидимой бочкой — это вообще нечто какое-то. Так, мы тут с тобой развлекаем другого орка. Ох, он меня чуть не убил, я погоди, аптечку выпью. Я забрал его. Я все равно аптечку выпью сначала. Так. Блин, мы конкретно проигрываем, надо быстрее тащить, потому что сейчас этот будет. Ох, хиллера, хиллера убить, хиллера убить. Быстрее, все, сейчас заберем, все. Скорее всего. Все на точку. Да, блин, там магичка огненная наваль. А, это наша. Блин, сюда за... Почему точка не захватывается? Тут, наверное, инвизер стоял, я думаю, что меня толкает такое? Да, наверное. О, зато ТП-шку поставили. Блин, так. 50 очков сейчас. Ну мы пока не даем их захватывать, одного орка убил. Да как так. Бы это... Они нам не дают захватывать, если что. Не, я имею в виду это... Как бы до конца-то они не смогут захватить, если мы стоим. Фу, я успел заблочить эту фигню. Фух. Которая... Огненный поток, что ли? Да, огонь. Это же наш был. Струю огня. Это наш был. Нет. Да, фарматолог стрелял наш. А почему это щитом ее заблочило, мне ХП сносило? Да? Ну просто единственный, кто там стоял вроде на этой дистанции. Так, я почему бочек-то не вижу, когда они взрываются? Так мы все здесь? Да. Ой-ой-ой, откуда ты взялся? Горилла-то, блин, зеленокожая. Все. Давайте убейте эту аху 680. Ай, молодцы. Все, наша нашу, мы взяли, в общем, наша взяли. А я у них на респе остался, прикинь, не успел, и меня сразу убило из-за того, что они там резнулись. Но я вроде успел сломать им телепорт. Я тут инквизитора пытаюсь убить. Ой, инквизитора, какой инквизитор? Ну, инквизитора уже пытаюсь убить. Хиллера убивал. Фу, нам надо 10 очков держаться. Весьма успешно, кстати говоря. Да умри ты, сколько же у тебя здоровья-то? На стак кто-то бочку принес. Парень с забавным ником убивает того, кого... Того, кого я хотел убить. Точнее, тот, кто меня убил. В общем, мстит за меня. Лол, крит дал магичке, она просто так отлетела. Крит? Да, косарь, две с чем-то дал. Так, я на точке стою. Они влетают опять толпой.
Ой, я убил, кажется, нет, не убил, стоп, а почему очков дали? У нас сзади, сзади они поставили этот, ТП-шку. Да я рад, но я в самой этой нахожусь, в самом пекле. Все, забрал ТП-шку. О, наша ТП-шка прямо на этом стоит. Прямо на спавне. Ууу, нет, 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 не бей, не бей, кто-то в голосовой чат орёт. Страшным голосом робота. Ох, ох, ничего себе, у меня 6 жизней просто. Что делать-то? С лука придется настреливать. Единственное, чем я могу сейчас заняться. Ой, блин! Ой, блин, вон где портал-то стоит. Блин, они наш портал сломали. Хиллер, нет. Ух, мы сломали ихний. Лол, нет. Так, я в инвизе буду стоять. Все, меня забрали. 18 секунд, скорее всего, заберут. Бегай, бегай там где-нибудь, как-нибудь разводи их. Да я в инвизе бегаю. Так ты точку даешь захватывать, стой на точке, не выходи за круг. Я не стоял, но меня пулей убило. Все, слили. Ах. Ну, все, 10 очков ему осталось. А почему там один наш стоит? Или это труп? А, это труп. Я думаю, гном с этим ником. Вот кадёныш, что этот гном стоит, насмехается надо мной. О, да, все, мы проиграли благополучно. Но игра была хорошей, мне понравилась. Поэтому да. Карта еще клевая. Мне очень нравится. Да, еще бы выиграть ее. Было бы круто. Ну что ж, блин, против нас просто какая-то магичка была огненная с 10-го левела. Ну да, кстати, а уровень... А, стоп, уровень нельзя смотреть, что ли? Видимо, нет, не знаю. Ну-ка, магичка ихняя, давай-ка нажмем. Информация о персонаже. Добавить друзья можно, нет, спасибо. Так, нет, не написан уровень, но огненный поток, это на каком уровне? Давай посмотрим, на какой это ячейке находится. 10-й. Ой, я 7-й взял. Сейчас выйдем. Я посмотрю и на этом будет заканчивать. А все вроде крутые скиллы с 10-го начинаются, не ошибаюсь. Сейчас посмотрю. Давай, загружайся. Ох, отлично. Все, в опыт угоняю. Так, окей. Так, алтарь. Вот, у меня мощная способность откроется на 9-м, чума. То есть, представьте себе, насколько там дисбаланс там было. То есть, я 6-м уровнем бегаю, они там 9-ми уже гоняют. Если не 10-ми. Что это такое? Странно как-то. Ну ладно, это будем заканчивать. Надеюсь, вам понравился этот ролик. И вы поставите лайк, если вам все понравилось, конечно же, подпишитесь на канал, если хотите больше подобных роликов. Если хотите с нами записываться, то ссылка в описании на игру, а также есть ссылка в описании на группу Raid Call, где вы можете зайти, и там будет набор на съемки. Он там периодично происходит, как вы знаете, мы уже предыдущий ролик записывали с Defective, по-моему. Вот. И да, все вроде на этом. Удачи, спасибо за просмотр. Всем пока.